За последнее время у студентов РУДН накопилось множество вопросов, связанных с жизнью вуза. Представители студенческих комитетов получили возможность обсудить их на встрече с членами ректората университета. Они ответили на вопросы студентов и озвучили перечень изменений, которые будут внесены в ближайшем будущем. В рамках встречи обсуждались вопросы образования, проживания и медицинского обслуживания студентов. Еще одной немаловажной проблемой является нехватка мест в общежитии. В связи с увеличением потока студентов, с каждым годом ситуация становится все критичнее. Ректор заявил о том, что в скором времени проблема может быть решена. Студенческие комитеты играют большую роль в жизни РУДН. Они занимаются не только учебной, но и внеучебной деятельностью для того, чтобы разнообразить жизнь студентов. Подобные встречи важны как для представителей студенческих организаций, так и для членов ректората. Первым это дает возможность донести мнение студенчества по тем или иным вопросам до администрации, а вторым узнать, каких изменений хотят учащиеся для того, чтобы улучшить условия жизни и образования в стенах университета. Виктория Лещенко, Махмутай Блерина, Жаканан Масена, новости ТВ РУДН.